они могли бы с минимальными рисками для себя, наверное, с минимальными последствиями обрезать контакты Путина с внешним миром. Потому что Путин до сих пор пользуется вот этой вот... У него, что называется, ботинок в двери. Перед ним не захлопнули дверь, он просунул в нее ногу, и он поддерживает контакты с внешним миром, которых человек в положении наследника Гитлера не должен был бы иметь в нормальном случае. Кто соглашается иметь с ним дело, а если ты имеешь с ним дело, да, если у тебя работают какие-то российские компании, если ты не заблокировал всем счета, если ты не арестовал все их активы и не запретил своим гражданам, своим компаниям с ними торговать, бизнес так или иначе деньги найдут себе дорожку. Вот это они себе промоют русло. Этот бизнес будет вестись. Если вы меня спрашиваете, что могла бы делать ООН, он могла бы пресекать контакт России с внешним миром. Координировать, по крайней мере, это, да. На уровне самой организации ООН мог бы быть решен вопрос о статусе России как члена Совета Безопасности ООН.